Όπου την κρατάει στο χέρι τις ευρωπαϊκές χώρες. Τόσο, ώστε σε μία σύνοδο κορυφής επιτέθηκε σε έναν Γάλλο δημοσιογράφο για το θέμα της Τσετσενίας. Don't you think that by trying to eradicate terrorism in Chechnya, you are going to eradicate the civilian population of Chechnya? Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты по этому вопросу. Я рекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло.